Как получить материнский капитал и как им можно распорядиться? Тема в последнее время приобрела новое звучание в связи с появлением двойни у Аллы Пугачевой. Как распорядиться деньгами Примадонны, гадает вся страна. Ивановским молодым мамам проще. У них замка нет, поэтому 90% тратят средства на улучшение жилищных условий. Дети требуют простора, пространства. Вот. Потому что на образование, это так на образование со временем накопится, там на пенсию, мы думаем о детях. Вот, так что, скорее всего, то, что улучшение, там или покупка, ипотека, квартира. Консультацию по материнскому капиталу пациентка мне и дал заместитель управляющего пенсионным фондом Михаил Болдин. В этом году выплата за второго ребенка составляет порядка 409 тысяч рублей. Деньги по-прежнему нельзя получить на руки, потратить их можно на улучшение жилищных условий, будущее образование ребенка или мамину пенсию. Возможно, в дальнейшем перечень будет расширен. В частности, это на высоко технологическую медицинскую помощь для мамы либо ребенка. Возможно, это и на капитальный ремонт жилого дома либо квартиры, но это пока в проекте. Программа пока что рассчитана до конца 2016 года. Сейчас решается вопрос о продлении ее действия. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.